Великое Отечественное. Бок о бок с русскими и другими народами нашей страны боролись с фашизмом и воины Калмыкии. Сын степняка-кочейника Канур Манкирович Лиджиев воевал в горах Югославии. Своим детям он часто рассказывает о товарищах по борьбе, об интернациональной дружбе в отряде. А там, в далекой стране, до сих пор хорошо помнят отважного калмыцкого парня.